Попасть на оплачиваемую стажировку «Газпромнефть» – такая возможность есть у студентов бакалавров и магистров IT и экономические специальности. Начался прием заявок на кейс-чемпионат, который ежегодно проводит компания. Попробовать решить нестандартные задачи, а также получить новые знания и практические навыки можно по четырем направлениям. Анализ и инжиниринг данных, интеграционная цифровая платформа, бизнес и стратегия, цифровая логистика. Регистрация участников на сайте чемпионата продлится до 10 октября, после пройдет онлайн этап решения задач. Итог подведут в конце месяца. Стремиться есть к чему. Лучшие студенты пройдут оплачиваемую стажировку «Газпромнефти».